И снова здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наш тренинг по мануальному массажу. И сейчас мы переходим к непосредственно массажу ног. Начинаем с ноги, но, насколько вы помните, у нас в технике делаются все движения снизу вверх. Мы гоним лимфу, она течет, как вы знаете, только снизу вверх. Но по сегментам получается, что ягодица у нас идет первый сегмент, потом второе бедро, икра, стопа, ну и там пальчики отдельно. Самое последнее, последний элемент. И для этого мы масло наносим сразу на всю поверхность и дополнительно немножко маслица побольше добавляем на стопу. Это у нас будет такой резерв немножко на будущее, когда мы перейдем ногой с этой стороны, она кажется сухой, поэтому мы смахнем масло и добавим его сюда. Вот, ну, естественно, вот зона ягодиц, получается, входит в массаж ног, да, и когда мы делаем массаж спины, зона ягодиц опять же туда же входит. То есть она прорабатывается практически дважды. Как любой массаж, мы начинаем с растирания. Это достаточно делается быстро, энергично, продольно, снизу вверх. Так, ну, ягодицу я подробно сейчас не буду рассказывать, мы ее уже в прошлых видео показывали и рассказывали. Все те же самые приемы, что и для спины были, да? Круговые движения вокруг верцева бедренной кости, продольные вдоль мышц вибрационные техники. Отдельно продавливаем крушевидные мышцы и области седалищного нерва. А вот с бедра начнем поподробнее. Визуально мы его делим как бы пополам. То есть внутренняя часть медиальная и наружная часть латеральная. Соответственно, быстро растерев, желательно так растирать, чтобы прямо снизу мы поднимали ногу, да, и снизу вот ее тоже растирали. Размазали масло по всей поверхности. И теперь быстрыми движениями, проминающими, вот как я вам говорил, кольцевой захват, да, или змейка. Проходимся по внешней, внутренней верхней стороне бедра, по внешней стороне. Для этого желательно чуть-чуть присесть, чтобы руки у вас работали напротив точки дантянь, которая находится на 5 сантиметров ниже пупка. После этого разминаем поперек эти мышцы, то есть целиком захватываем обе части, латеральную и медиальную. Скручивание как бы такое. Далее трение, как я вам показывал, мы там на шее делали вот такое, да? Оно делается достаточно быстро. Растерли до самого конца участка. И после этого такое же движение, только делается медленнее и с напряжением. Для этого мы весь тело опускаем на бедро и медленно, плотным обхватом вот так вот тянем вверх. Это мы прокачиваем лимфу. И всю межклеточную жидкость убираем наверх. Кстати, скажу, что антицеллюлитный массаж делается в принципе так же, только более жестко, более глубже. И там лучше еще в комплексе дополнительные всякие методики использовать. Банки, мед, соль, обертывание, тибетские, вернее, креольские палочки бамбуковые, венички бамбуковые. То есть там просто это в комплексе дополнительно, дополнения всякие добавляем. Вот, для чего мы так медленно вели вверх? Потому что лимфа течет, как вы знаете, только снизу вверх. И она течет относительно крови достаточно медленно. Если сердце делает 60 ударов в минуту, да, и она пускает кровь от сердца до кончиков пальцев, до капиллярных сосудов наших, ну, считайте, 60 раз в минуту, да, то лимфа течет 1-2 сантиметра в минуту. То есть всего лишь вот такой вот участок, она протекает за одну минуту. Поэтому все, то, что с лимфой связано, мы делаем это все медленно. И уводим, естественно, все наши движения будут завершаться тем, что мы уводим вот туда, в паховую зону. Так,
После этого движения мы берем, опять же, большими захватывающими движениями ладони, скручиваем уже большие участки ткани. То есть, если до этого мы делали вот такие скручивания, помните, да? Сейчас мы практически ногу делим буквально на три части. Раз, два, три. Скрутили. После этого вообще по одной части, вот целиком, все бедро берем. Для этого я кулачками работаю. Сменили позу и от складки подколенной пальчиками по центру вот этой визуальной нашей линии, да, ведем, продавливая и как бы раздвигая в стороны мышцы. Левую влево, правую вправо. Уперлись в седалищную кость, там, как седалищный нерв находится, и можно ее продавить с небольшой вибрацией. Бывает иногда болезненно. После этого сразу ставим, устанавливаем одну руку возле бедра, чтобы был упор, и внутреннюю поверхность прорабатываем нашей любимой шестеренкой из лапы леопарда. Проработали эту сторону и поставили тут же руку возле колена, чтобы был упор, чтобы нога не елозила. Прорабатываем внешнюю часть. И потом отдельно, таким захватывающим движением, большим, как будто бы стараемся оторвать мясо от кости, да, подальше оттянуть. Но не, у нас не является целью отодрать ногу, вверх поднять, да, поэтому мы не саму ногу захватываем, а именно только вот мякоть. И опять все уводим вот туда. Теперь растирающие движения. Лапы леопарда такие достаточно быстрые, энергичные. Все уводим вот сюда, в паховую зону. Можете кто-то, если пациент у вас покрепче, можете прям кулаками, костяшками кулака прям сильно. Ну, я сейчас достаточно сильно давить не буду. Вот прям сильно целиком всю эту ногу прорабатываем. Тут же раз спустились на полшага назад и оказались, наша точка оказалась дантянь возле пятки. Мы обрабатываем колено вот таким захватом. Сначала между вот этими пальцами зажимаем мышцы, да, потом вот этими пальцами, потом этими. С трением показываю быстро. И переходим на разминание икроножной мышцы. Но это уже вы увидите в следующем нашем сете, работая с ногой сзади, а сейчас закончился сет номер один. Если вы нас смотрите, то смотрите дальше, подписывайтесь на канал. А мы будем, те, кто присутствует на тренинге, отрабатывать все на практике.